Так, ну что же, дорогие подписчики, зрители, гости моего канала, ребята, мы начинаем запись еще одной игры GTA 5, то есть новой версии. Так, начинаем мы с миссии, как мы видим здесь. Ну, ребята, я этого не ожидал. В принципе, встретились два друга, Тревор и Майкл. Тревор в своем репертуаре, Майкл, как всегда, при параде. Так, в общем, это какой-то склад, который арендовали, наверное, наши новые, как там, директор или кто их, короче, называет. В общем, они тут хотят расколоть человека, которого мы как раз в предыдущей версии забрали, ну, у федералов, и в итоге вот сейчас мы будем его пытаться допросить. Ладно, ребята, посмотрим. Как на него Тревор посмотрел еще и... обосрал еще раз. Ладно, так. Чтоб ты знал больше, чем у тебя. Короче, надо запомнить, сказал Тревор. Неплохая такая шуточка. Так, в принципе, Тревор теперь хочет попасть... точнее, узнать, кто это такой вообще за человек, потому что он его, видимо, ни разу не видел. Ну, а вот наш как раз и осужденный. Ну, как осужденный, просто тот человек, который много знает, и, в принципе, мы его сейчас будем колоть. Ну, я так думаю, а в итоге мы сейчас увидим, что он будет на самом деле. Пленный говорит, что ничего не знает, и они ему не верят. Вы посмотрите, как он говорит о том, что ничего не знает. Блин, даже я поверил в это, а эти парни очень опасные и в это даже не верят. О, ладно. Охренеть. Ну и пугает. Неплохо так-то. Парень реально запуганный, как вы видите. What is this? A house in Rockwood Hills. The man who owns it. Дом Rockwood Hills. Это там, где Майкл работает консульство. Это хозяин этого дома. Так. Мы его разговорим, говорят наш новый директор и Тревор. А Майкл с старым хрящом поручает поехать именно в тот дом, где живет Майкл. Ну, практически там, ну, не знаю, но вроде бы говорят там. Так. Так, ладно, ребята, пока его будут колоть, мы по-бырому смотаемся в наш домик. Хотя почему наш показывает? Ну, видимо, возле нашего, по идее, должен уже быть. Почему именно в наш? В нашем, в принципе, ничего нету. Один я, блин, то есть Майкл, который живет один-одинешенек. Ну, а говорят, типа, в наш дом. Не знаю. Может, какая-то крыса в доме сидит? Сейчас проверим. Так, ехать, в принципе, 2 км. Так-то немного, в принципе, но... Как всегда, ребята, как всегда у нас будет поезд. Кстати, я на нем катался. Если вы хотите, чтобы я показал, как нужно на нем кататься и, мягко говоря, прыгать по вагонам, это очень захватывающе и эпично, то пишите в комментариях, почему бы и нет. Я для вас сниму этот выпуск, и он будет посвящен именно метро. Можно кататься также на метро, ребята. Не знаю, почему-то нельзя именно ездить... от своего лица в поездах, то есть управлять поездами нельзя почему-то. Вот в Сан-Андреас можно было, если кто помнит, ставьте лайки. А вот в GTA 5 чё-то как-то нельзя. Может, на какой-то станции надо что-то делать, но в итоге я пытался и убивал водителя, но нифига не получилось. В общем, ребята, если вы хотите полную версию о том... Козёл. О том, как ездить именно... на поезде или же на метро, ну или вообще как на нем прекрасно будет кататься по... разным местам этой игры, то пишите, все в ваших руках, ребята. Также лайкайте. Чем больше лайков, тем больше
А видосы я выпускаю, и тем больше они будут интереснее, если вы будете, конечно же, мне немножечко говорить, что вам угодно, ведь я-то не могу все предусмотреть. Так, короче, не знаю, что там говорят наши с вами водители, два водителя, то есть один из них старый Хрыч, другой Майкл, и в итоге практически подъехали, мужик, к нашему дому, 900 метров осталось, так. Кто не понимает, зачем я так еду, я еду так специально, разбиваю ему тачку, пускай платит братуха. Он же меня во все это вот втянул, пускай платит за ремонт. Капитальный, причем ремонт этой бэхи. Оу, щит, чё-чё-чё-чё я не пойму. В принципе... А, не, ребята, не-не-не, точно не мой дом, ну, рядом с Майком. Да твою мать, чё я так с жопой? Жопа большая у этой машины, поэтому... Сбил пару рядом стоящих. Так. И что же мы здесь видим? Это здесь Дэйв. Последние несколько недель они снимали здесь реально не предмет. Это точно не наш клиент. Черт, правда ли, что ли я позвоню Стиву, что ли? Это не тот дом, и мужик не тот. Так. А вы точно не хотите его замочить так на всякий случай? Мочить мы будем только того, кого нужно. Давай другой адрес. Эй, ты кофе хочешь? Так. Пытайте мистера К, чтобы найти цель. Это был не тот изображенец, надо узнать мистера К другой адрес. Так, ладно. Выбираем мы вот эту офигенную шнягу. Вырываем, 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 молочные зубки мы вырываем. Давай, давай. Охренеть. Так, чтобы человек не мог говорить. Ок. Нехило, нехило, нехило. Так, так. Еще раз. Ставил ему домашний кинотеатр, то есть он знает того человека, который нужен нам, но, к сожалению, он после таких пыток решил всего лишь нам после таких пыток рассказать, а не сразу же, ну ладно. Слышит, что он живет в Чумаше, то есть нам еще нужно ехать, я не знаю, сколько раз мы будем делать переезды всякие, но я надеюсь, это был последний адрес, и нам не придется еще раз его брать и пытать. Так, ладно, пока бы говорить... Бля, тачка уже целая. Ну офигеть просто! Ну ладно, это, ребята, игра. Так, 2,28 километров все равно ехать. Ну ладно, доедем мы по-бырому. В принципе, ребята, не знаю насчет ограбления. Я прошел вождение, ну точнее, уроки пилотирования именно на Майкле, как и просил Тревор. Я не стал это все записывать, чтобы это было на записи, потому что вы уже видели это от Джекиного лица. В принципе, ничего там нового не было. Я пару золотых получил, одну серебряную вроде бы получил, и неплохо тогда прошел. Но если вы хотите, я все это перезапишу заново и, в принципе, покажу вам, как надо учиться летать именно от персонажа Майкла. Ну, я думаю, этого нет, и в этом нет необходимости, поэтому... Короче, сами, если хотите, я запишу. Ну, там же, сами пишите мне в комментариях, я прочту и, конечно же, сделаю соответствующие выводы. Так. Пробки, пробки, ребята, везде пробки. А нам пробки не писаны. So that's you who's been sending those fucking letters to Trevor, huh? Yeah. He thinks they're from Brad. Ах, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, они под каменной плитой с надписью Майкл Таун. Ребята, оказывается, Брэд, который писал Тревору, типа, из тюрьмы. Блин, проехал, к сожалению, зачитался. Так вот. Он на самом деле лежит в могиле Майкла, а Майкл вживую. И в итоге Тревор подозревает, что Брэд все-таки еще жив. И после этой миссии на ФРБ мы, или на ФБР, мы его точнее отпустят. Ладно. В итоге Тревор, я думаю, будет очень-очень сильно удивлен после такого вот действия. Так,
Я так понимаю, Майкл... снайперку. Отлично, ребята, люблю снайперку. Я прям сейчас... Скажу честно, будет больно. Оу, щит. Да почему? Подождите, нажимаю. Да ну почему? А, все, понял. Так, отлично. А, все, мы выполнили, то есть немножко поджарили этого крольчонка. Так, сейчас ты готов говорить? Я был готов говорить, но вы... Полтора месяца назад, когда меня похитили. Этого мы и боялись. Сейчас настроим сотрудничать еще здесь честнее. Расскажи нам про этого человека, как он выглядит. Среднее телосложение, средний рост, средний возраст. Ну да. Похоже, что-то ты скрываешь. Средний рост, средняя комплектация, средний возраст. Смуглый он, понятно. В конце концов, это чертова заебажанность. Этого хватит, я надеюсь, на то, чтобы попасть по цели. Найдите цель. Вот и где он? See anyone down there who might be in Azerbaijani? Fuck do I know? You might be in Azerbaijan for all I know. What's one look like? И где найти этого азербайджанца, ребята? Eastern Davy, you got to follow the Shah and the collapse of communism to thank for that. Anyone stand out? No, they all kind of blend in. Make a call. Позвоните еще. Ну все, ребята, походу попал наш дружок. Ну почему говорят выберите Тревора, а в итоге провалил задание? Я что-то не понял, ребята, я уже вроде бы выбирал Тревора. Почему, блин, я ж не нажимал кнопочку стрельбы. Вот в чем проблема-то? Так, ладно, выбираем Тревора, ребята, по-бырому. В принципе, немножечко там какая-то была неувязочка, может быть, даже случайненько я нажал именно на выстрел, но я думаю, вы меня простите за это. Так, ладно. Ну что же, ребята, расшатываем еще один зуб. Фу. Не могу на это смотреть, реально не могу. Просто фу. Он что, сдох? Ни хрена. Включает парни. Ну ладно. Так, ну что же будет дальше, ребята? Что же будет дальше? Ну что ты нам скажешь, а? Или Трев опять должен тебя рас... Та-та-та, пожалуйста, не надо, нет, бла-бла-бла-бла-бла, так-так-так-так, не-не, у него борода. У него есть борода, густая борода. Мне кажется, что ты выдумываешь. Нет-нет, правда, да, серьезно. Я правда говорю, густая борода. Есть там густые бороды, а? Ну, мистер К, наверное. Проще всего всадить информатора пару пуль, а на Чумар Бич произвести... Так, ладно. Есть ли там густая борода? Steve saying beard. What do you got? Anything specific or is some stubble gonna cut it? Let's start at mountain. Они тут все в бородах. Что за бред, не пойму. Вон раз. Vinewood's full of weak chins. Place is famous for it. Два, три, четыре. Они все в бородах. Это что, вечеринка бород, не пойму? У кого больше борода? Ладно, мы еще будем колоть этого парня. Не знаю точно, хватит ли нам времени на ограбление, хотя уже не хватает, то есть мы пройдем только эту миссию, ладно. А, курит, дымит, ну не знаю, Трев еще разок может. Так, на всякий случай, ага, курит он. Это все, что я знаю.
Так. Так, даем, давай, давай, даем искру. Отлично. Так, 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 фига, фига, фига. А это уже пиксели, ребята, это пиксели. Что-то как-то GTA превращается в пиксели. Я больше ничего не знаю, пожалуйста. Тихо, тихо. А, понятно. То есть мы уже узнали, что он курит и что он левый, ну, левша. Сигареты Redwood. Спасибо, мистер К. Это правша? Должен быть человек, потому что у него борода. Сигареты и левша? Чё? Чё за бред? Вот где его найти? Опа-на! Стреляет? Отлично, мы нашли его, ребята. Мы нашли его. И, возможно, мы убили одного того, который нужен нам. Так, 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 так. Все, ребята, все, в принципе, мы закончили. Мы закончили эту миссию, мы нашли того чувака, и, в принципе, этот бедолага немножечко нам посодействовал в этом. И что у нас будет дальше? Что я должен сделать с этим? Он выпустит его или что? G-man fucking scumbags tell me what to do. What? You just tortured me. Don't ask too many fucking questions. Парень реально запуганный, и Тревор его пытается спасти. Так, 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 так. Ну что же будет дальше? Ну, 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 ну. Да мать. Come on. Let's go. Alright. You got a flight to catch. Okay? Короче, мне походу нужно будет отвезти этого парня в аэропорт. Ну, я так и понял, ребята, хотя зачем? Ну, ну ладно, уедет там из города, но он не в такой же одежде, ё-моё. Нужно сначала было заехать там, не знаю, какой-нибудь элитный магазинчик для переодевания этого чувака, ну... Ладно уж. Кстати, ребята, вы никто не написали про то, хотите ли вы прокачать тачку? А Тревора, если да, то пишите еще раз, потому что, ну, мало было таких вот результативных ответов, и, в принципе, я даже не знаю, колебаюсь. Все равно я для себя ее прокачаю, чтобы я ее видела, а вот хотите ли видеть, чтобы я ее прокачал именно для вас, то напишите в комментариях-то, ребята. Так, ну Тревор советует ему... уехать с города, потому что он ходячая реклама для пыток, и, конечно же, я надеюсь, этот парень последует своему совету Тревора. В итоге он был спасен. Какую-то информацию к вам. Короче, Тревор немножко подучил этого парнишу, почему происходят самые пытки. Ну, короче, подъехали мы к аэропорту, и в итоге мы, наверное, отправим парня в нужное ему местечко. А машина как новая, ребята, пару раз удолбался, и как новая, ну, застрана, правда, ну ладно. You're alone now. Really? Yeah, really. Now let's go. Fuck off. Тревор немножко подучил, но сказал, что типа эта семья его сдала, а там-то кто его знает. Так, ладно, выбросил он этого азербайджанца, или как он там, блин, не знаю, ну, не русского человека, и тот упал. Ну ладно.
Так, все, ребята, выполнили мы эту миссию. И, конечно же, на этом мы окончим, потому что вчера вышел часовой, блин, летсплей по этой игре. И это было очень-очень долго. Ну, а сейчас мне, я думаю, хватит 30-минутного видосика. В принципе, к сожалению, не получилось нам пройти именно ограбление. Хотя, ребята, если посмотреть по карте, оно, по идее, должно быть уже доступным. А нет, ребята, оно еще даже недоступно, в итоге мы не сможем ничего здесь пройти, то есть ограбление сегодня состоится. Хотя у Майкла уже пилотирование на 100 из 100%, то есть нужно ждать именно некоторой информации от Рона. На. Так вот, некоторая информация от Рона и потом приступай к ограблению. Короче, я надеюсь, это уже будет во втором. Тревора я видел подлодку в доках на корабле DSD. Угрозите мини-подлодку в доках. Сколько у нас время, ребят? Нет, к сожалению, ребят, у нас немножко уже вышло время, то есть, очень хочется мне украсть эту подлодку, я думаю, вам тоже хочется посмотреть на это, и в итоге ставьте 200 лайков, и я в следующем же видосе ее украду для вас. Все, всем удачи, ребята, всем пока.